Хорошие лесные массивы Московской области. Да. Вот где грибы и ягоды, наверное. Большой. А что
до самого горизонта. А все, мы сейчас уже на территорию аэропорта попадем. Потому что полет еще далеко не закончен, считают они. Еще может произойти все, что угодно, пока самолет не станет на стоянку. Поэтому и просят не отстегиваться. Не вставать раньше времени. Да, красивые пейзажи были. Ну все. Дамы и господа, добро пожаловать в Москву, международный аэропорт Домодедово.